Первоначально в этой картине художница хотела сделать акцент на парящем над волнами баклане. Но спустя несколько часов работы увлеклась, отдав главную роль бушующему морю. Светлана Ковешникова родилась и выросла на Камчатке. Море – часть ее жизни, без которой она не представляет свое творчество. В своей работе художница соединила несколько техник и материалов. В многочисленных слоях прослеживается масло, акварель, уголь и лак. На работу ушло 10 дней экспедиции. Море рисовать сложно, действительно, я не ожидала, что действительно так сложно, потому что вот здесь вот 5 слоев да, наложения, то есть высыхало, опять по новой слой накладывали, то есть здесь очень много работы именно во времени. Проект был создан для того, чтобы раскрыть всю красоту природы заповедника. Все картины написаны с натуры. Каждый пейзаж имеет характер и индивидуальность. Кто-то сделал акцент на сочных и ярких красках осени, другие – на спокойных тонах бушующего моря. Удивительно, что как бы мы, сколько бы ни говорили о природе, мы сами-то на нее по-разному смотрим. У нас у всех свой взгляд на утиш. А вот рассказывать с научной точки зрения, а с точки зрения простого человека – кто бы ни пришел, видят все по-разному и ощущают себя на утреше по-разному. Конечно, иногда происходит такое, что ты с восторгом, вдруг инспектора тебе показывают, там волос лежит на дереве, эту голову вот так вот опускает и смотрит, что тут художники пришли, этюдники расставляют, все. Для жителей утреша это тоже событие. Для выставки были отобраны 28 работ, 11 из них передали в дар заповеднику. Выставка «Открытый воздух утреша» – это своеобразное подведение итогов за последний год. Но, как говорят сами сотрудники заповедника, ставить точку пока рано. За месяц они намерены реализовать необычный проект – письма животным, а также открыть выставку, посвященную птицам. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа Регион.